Господи Боже! Черт! А ну вернись на нашу полосу, твою мать! О, Боже! Попробуй прицелиться! Кто это такие? Пригни голову, Джек! Не слышишь? Там! Вон там! Господи, ну это... Придурок! Надо убираться с дороги к черту! А хрен его знает! О, Боже! Кое-кто в Вашингтоне хочет вмешаться в мексиканскую заваруху и ввести туда войска. И многие это одобрят. Однако мексиканское правительство считает, что это можно расценить как объявление войны. Президент оказался в крайне сложной ситуации. Воевать с Мексикой не хочется. Но и гибель 7 федеральных агентов нельзя просто игнорировать. Значит, передайте дело ФБР. Управление по борьбе с наркотиками не справляется. ФБР? Но мы занимаемся картелем Мендосы уже больше года. О, да, оно и видно. Хватит уже, прекратите эту вашу грызню. Я пригласил помощника заместителя генпрокурора мисс Диксон. Она и возглавит вашу специальную группу. Мисс Диксон? Агент Стоун расследовал, как картель Мендосы в Хуаресе получил армейское оружие. А раньше нельзя было сказать? Вы знаете все, что нужно, агент. Картель Мендосы – новая сила в Хуаресе. О главаре Хуане Мендосе известно мало. Но картель очень быстро набирает силу. Наркотики, оружие, игровой бизнес. Для новичка Мендоса слишком шустрый. Поэтому мы считаем, что у него есть свои люди в ФБР, а то и в других силовых структурах. Планируя теракт, Мендоса точно знал, как и когда ударить. Поэтому управление по борьбе с наркотиками ФБР не участвует в операции. Группа совершенно автономна. Мисс Диксон, меня ждут другие дела. Теперь все в ваших руках, а мне нужен результат. Пора вас представить. Агент Эдди Гуэра. Пришел к нам в управление после армии. Участвовал в буре в пустыне. Перехватил крупнейшую партию наркотиков за всю историю Южной Калифорнии. Из всех агентов управления, занятых в деле Мендосы, после взрыва выжил он один. Спецагент ФБР Кимберли Эванс. Самый молодой агент в истории, получивший медаль ФБР за заслуги. Кимберли в одиночку задержала опасного маньяка, который убил 32 женщины и сумела спасти последнюю жертву. Нам важно, что у нее есть контакты с бандами Лос-Анджелеса, связанными с картелем. Мы подчиняемся вам, но кто старший в самой группе? Детектив Бенджамин Маккол из полицейского отдела убийств и ограблений. У него 30 лет стажа и целых 2 медали за отвагу. Детектив из убойного отдела? При всем уважении, мэм,
Это вне его юрисдикции. Напротив. После теракта дочь Стоуна, Джессика, сообщила детективу Макколу, что накануне взрыва ее отцу угрожали. А значит, есть и подозреваемый, и свидетель. Подозреваемый Антонио Альварес. Почему она обратилась в полицию? Почему не к нам? Вот почему. Да, агент Гуэра. Они вместе служили во Вьетнаме. И неплохо знакомы. И теперь двое копы, а один уголовник. Даже хуже. Он ублюдок. Агент Эванс, агент Гуэра. Это детектив Маккол. Вы получите любые ресурсы. Но в отношении людей я вам не помощница. На федеральные службы не рассчитывайте. Не доверять никому. Все рапорты лично мне. Мы нанесем Мендосе такой удар, чтобы он не поднялся. Найдите и задержите ответственных за теракт. И защитите свидетеля, ведь без нее ничего не выйдет. А если выяснится, что у картеля есть свои люди в ФБР? Или в управлении? Тогда у правительства появится повод ввести войска в Мексику. Молитесь, чтобы этого не случилось. Если до этого дойдет, нас ждут реки невинной крови. Надо показать людям, что если какая-нибудь иностранная скотина попробует тронуть наших граждан в нашей стране, мы ее кишки на статую свободы намотаем. Если дело выгорит, получишь остаток. Я не стану тебе врать. Ну еще бы. О, ты же знаешь, как я тебя люблю. Да? Детектив Маккол? До свидания, Бен. Чао. Чем могу помочь, зайка? Я Джессика Стоун. Вы знали моего отца. Он недавно погиб при взрыве. В завещании он сказал, что я должна найти вас, если с ним что-то случится. Что я могу доверять вам. Это что, смешно? Слушай, мне жаль, но тут я ничем не могу помочь. Но вы же дружили, так? Да, очень-очень давно. Накануне взрыва к нам зашел человек. Он угрожал папе. Лучше расскажи об этом в управлении. Я такими делами не занимаюсь. Он сказал, его зовут Тони. Кого? Мужчину, который угрожал папе. Мне страшно, понимаете? Он так посмотрел на меня. Тут ведь нельзя курить, Маккол. Идем в машину. Может, просто... Иди. Стэн, это Маккол. Слушай, мне нужно связаться с кем-нибудь из прокуратуры. Да, у меня появился свидетель по делу о теракте. Давай! Жми! Стоять! На землю! Бросай оружие! Стоять! Лицом к стене! ФБР! ФБР? Это дело наркоконтроля. Извините, мальчики, вот ордер на арест Эванса. А ордер-то кем выдан? Кое-кем поважнее тебя. Вот же херня. Ну, так уж вышло. Решил сдохнуть как братья? И что? Все мы когда-нибудь сдохнем. Да, но не в 18. Ты даже к ним на могилы не ходишь. Им уже все равно. А у тебя еще есть надежда. Если попадешься, имеешь все шансы плотно сесть. И не в колонию для малолетних отбросов. Притормози.
ты еще можешь начать с чистого листа. Братик, живи по закону. Хочешь пахать на копов? Твое дело, Кимми. Они тебя поимеют и выкинут. Ты сама это знаешь. Ладно. Теперь проваливай. Давай, иди. Ну нет, ты меня отпустишь, и все решат, что я стукач. А ты скажи им, что твою задницу прикрыла сестра. Надо было посадить его. Иначе он доиграется. Он нужен на свободе. За решеткой он нам не поможет. Я знаю. Еще раз спрашиваю, агент Стоун. Проводит ли ФБР операцию под прикрытием против картеля Мендосы? Я не уполномочен говорить ни об одной из текущих операций. Значит, операция есть. Я не уполномочен. Вы что, издеваетесь надо мной? Гуэра, скажи, что слышал наш агент в Хуаресе. Ему удалось подслушать разговор тайного осведомителя с куратором из ФБР. Слушайте, не знаю, что подумал ваш сотрудник, но уверяю вас, он ошибался. Два дня спустя федералис нашли агента мертвым. Три пули в затылок. Его записи, видео, все исчезло. Ядрёное расследование вернулось к исходной точке. Мне насрать на ваши полномочия. Мне нужны ответы. Мне надо ответить. Да? Боюсь, что да. Тогда выйди. Убит агент УБН, и вы знаете почему. Что за бред? ФБР не может иметь к этому никакого отношения. Тогда кто? Ты рехнулся? Я же сказал не звонить на этот номер. Сейчас?